В Югре в течение ближайших 2 лет сделают первую операцию по пересадке печени. Об этом рассказали на пленуме хирургов-гепатологов, который проходит в Ханты-Мансийске. Более 100 специалистов из России и зарубежья собрались, чтобы обсудить технические и моральные нюансы трансплантации. Площадкой для форума окружную столицу выбрали неспроста. УКБ Ханты-Мансийска включена в перечень больниц, имеющих право пересаживать человеческие органы. Здесь уже проведено 18 операций по трансплантации почки. И вот теперь югорские медики готовы освоить новые технологии – пересадку печени. Таких операций в Югре ждут 20 человек. Первая замена жизненно важного органа – вопрос 1–2 лет. Возможно, нынешний пленум хирургов-гепатологов приблизит эту дату. На пленуме обсуждаются основные злободневные вопросы. Мы можем задать вопросы, которые волнуют нас на стадии становления трансплантационных технологий в округе. Мы можем задать тем людям, которые уже прошли этот путь и знают все его плюсы, знают все его минусы и могут подсказать, понимаете, как правильнее в этой ситуации поступать. Трансплантация сейчас это не является каким-то новинкой. Она может быть для вашего края какая-то, так сказать, вроде новинка. Но у вас люди готовы и к этому. Люди, которые сажают почку, они могут спокойно перейти на пересадку печени.